Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в праздновании Дня государственного флага Российской Федерации в школе «Дружба». Депутаты Вячеслав Киреев и Нина Гинтова поприветствовали школьников, дошколят и их родителей, а также рассказали ребятам об истории возникновения нашего флага и присоединились к патриотическому флешмобу. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства, отметила председатель Совета депутатов округа Татьяна Одинцова.